Это новый для Сочи проект, такой же будет реализован в Подмосковье и в Крыму. Башня «Флагшток Победы» появится на побережье в рамках программы государственных символов, призванных увеличить значимость понятия патриотизма для граждан России. Полагаемый проект башни «Флагшток России» высотой 110 метров и 60 метров смотровой площадки – это вертикальная структура с функциями туристического и культурно-развлекательного характера. Этот проект является частью индустрии отдыха и развлечений. Башня станет обзорным объектом, но вот где ее установят и какой рядом будет разбит парк, станет известно чуть позже. Администрации города предложено 6 площадок. Это Красная Поляна, Олимпийский парк, Центральный район города и Лазаревский, Дагомыс. Это грандиозное сооружение, которое необходимо предоставить возможность обзора вот этого мощного вектора взаимодействия с городской средой. И не только с городской средой, а можно сказать, у нас морской фасад, у нас есть возможность, так сказать, ощутить красоту города с высоты птичьего полета. Поэтому это очень ответственная задача. Глава города подчеркнул, что к обсуждению подключится вся общественность города. И ветераны войны, и простые горожане. Также Анатолий Пахомов поблагодарил телеведущего за активную гражданскую позицию. Вы человек, который всей своим образом жизни показываете, как надо любить жизнь, как надо следить за собой, вот, как надо участвовать в жизни. И ни на минуту не успокаивайтесь. Каждый из нас должен быть таковым. Что касается проекта, планируется организовать общественные слушания, и вопрос будет вынесен на сессию городского собрания Сочи. На совещании была создана рабочая группа по реализации проекта «Башня Флагшток Победы». Ее возглавил председатель городской думы Виктор Филонов. Елена Всецна, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.